этой орхидеи. Я ее купила, она была посажена в торф. В горшке была зеленая, значит, растительность. Зеленый мох, что-то такое вот. И вот эти вот верхние корешки, и вот тут вот, вот так вот, оно уже было, вот. То есть изначально вот эта вот чернота на корешках, она просматривалась. То есть по фотографии, по как я выбирала, продавец мне об этом ничего не сказал, в каком она состоянии. Вот, он мне просто продал, и все на этом. Значит, когда я уже начала пересаживать с торфа в кору, вот тогда у нас начались все проблемы. В общем, она стала болеть. А, как дальше было? Значит, я ее пересадила в кору, обработала фитоспорином, все как положено, просушила, посадила в кору. Все было хорошо, замечательно. Даже цветочки, цветонос сохранился. Все, она долго цвела. Но в какой-то прекрасный момент я ее замочила, полила. Где-то на час-полтора я ее оставила, ушла на улицу. Вот. И у нас обострилось после этого все. То есть она начала корешки загнивать, все обострилось, корешки терять, корешки гнить начали. Вот. Обычно я орхидейки держу в воде минут 5-10 от силы, 15 максимум. А тут, конечно, я ушла на улицу, меня отвлекли. Про нее я забыла, она у меня просидела в этой воде. Вот. И, конечно же, хотя горшок был с дырками, я ее вытянула с этого. Горшок был с дырками. Хорошо все просыхало. Вот. Потом я ее проливала фитоспорином, но нет. В общем, она как и была, приехала на мне с этой плесенью, с чернотой. Так вот. Короче, все это у нас обострилось после такого длительного моего полива, после моей такой неосторожности. И мы начали терять корешки. Вот что у нас. Я хочу пересадить вот эту вот мою красавицу. Она ко мне пришла вот в таком вот грунте. Похоже на торф. Сверху еще был мох. И этот мох аж, честно говоря, зазеленился. Но корни там вроде бы на первый взгляд в порядке. Орхидея цветет. Корень один пожелтел. Орхидея цветет. На ней были еще цветы, еще два цветка, но она у меня упала, и эти цветы у меня отвалились. Было очень жалко. Но все же, я ее хочу пересадить в цветущем состоянии, потому что мне вообще не нравится вот это, в чем она там сидит. Вот я подготовила для нее горшочек. Все горшочки с магазина я мою. Смыла хозяйственно в горячей воде. Вот, я дополнительно приделала боковые дырочки, боковые отверстия.